Как непосредственно вы реализуете их в нашем регионе? Трендов действительно огромное количество, и благодаря нашим коллегам, партнерам, которые занимаются профессиональным изучением таких основных туристических направлений, мы имеем возможность эти тренды включать и встраивать в свою работу. Например, тренд на короткие поездки, да, который, о котором сегодня много говорили на встрече, и который активно наблюдает Центральная Россия, мы у себя его тоже видим. Это тренд, который подразумевает, что гости передвигаются в соседние регионы на выходные. Сегодня у нас сформировано большое количество предложений по Барнаулу, по Бийску, по коротким поездкам в Белокуриху, когда гости соседних регионов, когда жители края могут съездить на выходные по готовому некому пакету. Кроме того, то, о чем тоже, опять-таки, коллеги много говорят, да, тренд на уединенность, тренд на погружение в природу, этот тренд тоже есть, и, конечно, Алтайский край этому соответствует полностью, потому что у нас таких мест много. Тренд на познавательную составляющую программ, на вот эту научную составляющую, когда мы имеем возможность включить ботанику, биологию, геологию, и такие места тоже у нас в прямом доступе, да, в неком у нас есть эксперты, которые могут об этих местах рассказать. Тренд на гастрономию, на то, чтобы гости кушали блюда, приготовленные из местных специалитетов. В крае сегодня разработан гастрономический путеводитель. Есть большое количество объектов питания, которые у себя в меню разрабатывают или специально отдельную вкладку, или в рамках меню основного разрабатывают блюда, приготовленные только из местных продуктов. Дальше тренд на событийную составляющую, когда гости приезжают в регион для того, чтобы посетить какое-то событийное мероприятие. Одна из интересных локаций в крае – это, конечно, город Бийск. Сегодня Бийск является тем пунктом, который либо объезжают, да, по объездной дороге, двигаясь дальше на Алтай, либо проезжают транзитом. Но Бийск купеческий, Бийск научный, Бийск познавательный, Бийск исторический – это действительно то место, которое достойно невероятного внимания, потому что тот купеческий квартал, который есть в Бийске, но я даже не знаю, в каких городах Сибири, наверное, можно сравнить вот с тем, что мы сегодня видим в Бийске. Многие местные жители, специалисты считают, что Алтайский край в силу его географических особенностей, особенностей ландшафта, уступает соседнему региону Республики Алтай. Вот такое соседство, оно как-то отражается вообще на сфере? Есть какие-то минусы, плюсы? Мне кажется, что корректнее все-таки говорить о том, что, точнее не так, неправильно сравнивать наши регионы. Важно понимать, что гости, приезжающие в Алтайский край, гости, приезжающие в Республику Алтай, это не всегда одни и те же гости. Во-первых, у нас есть поток, который... для которого важен вот этот межрегиональный маршрут, который могут посмотреть степной Алтай, потом посмотреть горный Алтай. Во-вторых, у нас большое количество гостей, которые приезжают с целью оздоровления на территории Алтайского края. Поэтому, на мой взгляд, конечно, сила в коллаборации, не в противопоставлении Алтайского края и Республики Алтай, а в объединении, потому что то, что есть на территории Алтайского края, в Республике Алтай нет, и наоборот. Ну, не могу не спросить про наболевший вопрос, извечный вопрос, да, уровень сервиса. Вот скажите, как-то отражается он на привлекательности в принципе региона? Встречаетесь ли вы с жалобами каких-то отдыхающих из других регионов, стран? Или же сейчас уже как-то ситуация скорректировалась, не влияет вообще и нет взаимосвязи? Ну, думаю, что это вопрос в первую очередь, наверное, к туроператорам, которые получают прямую обратную связь от гостей. Но было бы странно, если бы был какой-то регион, который бы сказал: нет, мы не получаем никаких недовольных отзывов от туристов, у нас все на 5 с плюсом. Так не бывает, да. Тем более, что мы понимаем, за последние 3 года турист изменился в силу ограничений по выезду из страны. Туристы, которые раньше, ну, это привыкли отдыхать в других странах и знакомы с другим уровнем сервиса, они здесь в других, внутри России не всегда его получают. Поэтому, конечно, есть, ну, как-то
скажем, не негативные отзывы, но есть некая обратная связь, некие там пожелания, рекомендации, да, которые в первую очередь связаны с достаточно плотным трафиком на Чудском тракте и вот этой вот необходимостью стоять в пробках. Но здесь, конечно, там, благодаря партнерам, благодаря нашим коллегам-туроператорам, они закладывают больше времени, они включают какие-то аудиогиды, они предупреждают туристов заранее, поэтому, да, это в качестве там, некого пожелания мы слышим, да, но сказать, что это вот является причиной, чтобы не ехать, нет, конечно. То, что касается придорожного сервиса, это второй момент. Если у нас по Чуйскому тракту этот придорожный сервис сегодня есть, и он достаточно комфортный во всех остальных направлениях, но не всегда, да. Вот. То, что касается объектов размещения, наверное, тот же самый комментарий. Есть более раскрученные или более популярные туристические направления, в которых, конечно, уже средства размещения разного уровня. Есть менее популярные, в которых этих средств размещения пока еще недостаточно. И поэтому есть необходимость их бронировать заранее, когда туристы просто прилетают или приезжают из соседних регионов, рассчитывая, что вот они приедут и на месте поселятся. Нет, к сожалению, не всегда так получается, особенно в высокий сезон.